Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем цикл передач, посвященный развитию малого и среднего бизнеса. Тема нашей сегодняшней передачи – обеспеченность квалифицированными кадрами реального сектора экономики. Экспертами и гостями нашей студии сегодня являются Хлебников Константин Анатольевич, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, директор Борисовской фабрики керамики, Мурашко Татьяна Николаевна, директор Дмитриевского сельскохозяйственного техникума и исполнительный директор Ассоциации машиностроителей Белгородской области Михаил Михайлович Побудилин. Мы хотели бы представить и гостям студии, и телезрителям данные социологического опроса, который провел ВЦИОМ. Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов очень сильно сдерживает развитие малого и среднего бизнеса. Так считают 26% россиян. Еще 31% склонны относить этот фактор к сдерживающим. 10% уверены, что никакого сдерживающего влияния на бизнес кадровый голод не оказывает. Скажите, какое ваше мнение по данному вопросу? Надо рассматривать его шире. Это государственная проблема. Ведь бизнес – это одна из форм существования общества. Здоровый, динамично развивающийся бизнес гарантирует богатство и успех государства в целом. Поэтому рассматривать его надо, конечно, на государственном уровне. И это государственная проблема. Я бы, вот, смотря на диаграмму, сказал, что да, отсутствие кадров очень сильно сдерживает развитие бизнеса в Российской Федерации. И в частности машиностроение. И в частности машиностроение. А это особенно ощущается. Заказы, которые сегодня мы должны выполнять по импортозамещению, говорит о том, что во многих предприятиях, во многих регионах специалистов рабочих профессий, которые способны были бы выполнить надлежащую качественную продукцию, к сожалению, не хватает и очень много. Татьяна Николаевна, вы представляете как раз у нас среднее профессиональное образование. Вот, что вы скажете по данному опросу? Вы знаете, я хотела бы вам сказать то, что, наверное, в связи с тем, что Дмитриевский техникум имеет сельскохозяйственную направленность, и одна из первых на себе отрасль, да, ощутила нехватку рабочих именно квалифицированных кадров. И начали наши холдинги развиваться, то они первые столкнулись с тем, что сейчас не хватает уже просто взять с улицы человека, посадить его там на трактор и за месяц его научить чему-то. Потому что сейчас в полях работает очень современная технологическая техника, оборудование, которому нужно учить. Научить, вот правильно вы сказали, не в институтах. Это нужно учить с АЗОВ, это нужно учить, начиная пройти именно вот рабочую переучивать, да, практически. Да, потому что их приходится переучивать. Тот перекос, который действительно есть, что все хотят идти в институт, это более, наверное, 85, может, даже 90% все хотят идти в институт почему-то. И они не задумываются, а куда они завтра пойдут после 5-6 лет обучения, а кто их примет, такое количество юристов, я не знаю, там, экономисты, безусловно, у нас перекосы здесь есть, очень, и мы прекрасно понимаем, перекос, да, что сейчас есть. А те ребята, которые уже к нам приходят, ну, у нас, как бы, мы проводили свой опрос, так как у нас ребята, это не городские, это ребята именно с сельских школ. И 15% школьников, вот 11 и 10-классников, мы делали опрос, 15%, они именно хотят все-таки заниматься рабочей профессией. Они понимают, что в сельской местности, ну, где родился, там и пригодился вообще-то. И помимо этого сейчас вот грань между городом и деревней по образу жизни, она стирается. Безусловно. Поэтому, по условиям жизни, да, по качеству жизни. Да, поэтому вот 15%, я считаю, что уже идет подвижка, что уже сами ребята, это мы не опрашиваем. До кого дошло? Да, сами ребята уже доходят. Да, наши гости, я хочу сказать, когда мы готовимся к коллективам программы к очередному выпуску, мы тщательно анализируем тему и тоже проводим свои опросы. И вот съемочная группа нашей телерадиокомпании побывала в школах и пообщалась с выпускниками и дала им возможность высказать, кем они хотят стать и кто влияет на их выбор профессии. Я думаю поступить в Институт культуры,
на актрису. В младших классах я ходила на театральный кружок. К сожалению, мне пришлось оттуда уйти, но не смогла забыть тех ощущений, когда я стояла на сцене, когда мне аплодировали. Хочу поступить на юриста, далее работать в Министерстве внутренних дел. Папа работал, вот теперь хочу продолжить. Как бы мне нравится эта профессия, хочу бороться с преступностью, за справедливость. После школы я хочу поступить в университет на специальность экологии и природопользования. Думаю, если идти к своей цели, я найду работу по специальности, тем более тема экологии очень актуальна в наше время. Я хотела бы поступить в Белгородский государственный университет на медицинский факультет учебного отдела. Профессия врач, она очень важна и уважаема. И мне нравится вообще этим заниматься, быть полезной людям. После школы, конечно, бы хотелось поступить в высшее учебное заведение, получить образование, ну и потом найти работу. Но, пожалуй, с выбором профессии я еще точно не определилась. Я бы хотела быть каким-то общественным деятелем, чтобы помогать как-то обществу, быть полезным именно людям. Какой профессии это будет связано, я еще конкретно точно не могу ответить. Белгородский технологический университет. Промышленное гражданское строительство. Во-первых, я как бы потомственная в семье живостроителей, да, и поэтому я знакома с этой сферой. После школы я думаю потратить время на саморазвитие, но и поступить в университет. Скорее всего, на информационные технологии или в БелГУ, или в технологический государственный университет. Я хочу держать интернет-магазины, в принципе, обслуживание и пиар. То есть ты хочешь заняться собственным бизнесом? Да. Нельзя тратить 5 лет жизни, которые тебя ничего не научат, опять же, если ты будешь мучиться в это время. Просто можно в это время потратить, ну, это время потратить на более полезные вещи для себя и для своего кошелька. Тридцать 33% опрошенных выпускников намерены после получения образования стать государственными или муниципальными служащими. Четверть молодых людей мечтают о работе в бюджетных предприятиях и организациях. На должность в больших коммерческих структурах надеется 21% опрошенных. 17% планируют заняться индивидуальным предпринимательством. Как бы вы прокомментировали данные сюжеты и данные опросы? Михаил Михайлович, пожалуйста. Вот интересная статистика. Я хотел бы обратить внимание участников программы о том, что ни один из опрошенных не изъявил желания, кроме, надеюсь, что в 17% они будут пойти на предприятие и стать у станка или у какого-то другого агрегата и начинать жизнь так, как мы делали в свое советское время. Все хотят. Большинство идет куда? Органы управления государственной власти. Почему? Потому что там наибольшая социальная защита, там гарантированная заработная плата, там не надо физически работать, там надо умственно. Дальше идут услуги, верно? И коммерческая деятельность, это менеджеры и все прочее. И как раз вот опрос школьников говорит о том, что их направление юристы, менеджеры, программисты, и никто не инженер. Вот единственное еще, я склонен к тому, что в 17% может быть люди, которые займутся именно реальным бизнесом. Ну, я хотел бы сказать, мы делали опрос среди 11-классников. Но тот факт, что для среднепрофессионального образования в основном идут 9-классники. И в этом году вот 50% практически 9-классников, они идут не в 10 класс. Они идут в среднепрофессиональные учебные заведения. Знаете, но, Татьяна Николаевна, я понимаю, что вы хотите сказать, что боятся ЕГЭ. Только. Безусловно. Так вот, возвращаясь к сюжету. Здесь ситуация такая, что они именно хотят, вот правильно было сказано, они хотят уже управлять каким-либо процессом, но ничего не зная об этом процессе. Единственное, что девочка вот сказала, она говорит, что у меня родители, у меня там... Безусловно, она выросла среди строителей. Да, это семейная, и это поэтому знакомо, она, да, возможно, много знает, и поэтому она выбрала именно этот путь. Но идти управлять и быть именно управленцем, рабочими...
не зная из низов эту профессию, я считаю, что это очень неправильно. Вот, Татьяна Николаевна, вы, конечно, как человек, как директор среднепрофессионального образования, популяризируете среднепрофессиональное образование. Это нормально, это нормально. Пожалуйста, Константин Анатольевич. Коллеги, я бы хотел еще сказать о том, что не все способны стать предпринимателями. Вот один молодой человек, он говорил о том, что он будет организовывать свое дело. Это удел очень сильных людей. Это их немного в обществе, поэтому все остальные ищут защиту. Ведь 33, 25 и 21% – это подавляющее большинство, те люди, которые хотят жить за каменной стеной, которые хотят ехать на машине, на системе какой-то. А 17% – это те, которые будут свою маленькую систему создавать. Вы знаете, я всегда поддерживаю тех людей, которые рискуют, которые понимают, что все, что он делает, зависит только от него. Но это есть и внутренние факторы, и внешние факторы. И тут, когда я смотрел репортаж, мне очень понравился оптимизм ребят, которые хотят чего-то достичь. И то, что вы говорите, там вот система, когда работает, ну, есть выражение «создай систему, забудешь за проблему». Значит, и наши работодатели тоже должны создавать систему, которая привлекла бы наших ребят, и они бы видели, что система работает, в которой они бы могли прийти, то, что мы говорили, обучиться, самовыразиться, сделать какую-то карьеру, обеспечить свою семью, сделать формат 2 плюс 3 белгородский, там, родить троих детей, обеспечить их и жить, скажем, счастливо. Разве это плохо? Тогда у нас есть вопрос немножко, как вот работодатели, они тоже должны понимать, кого они хотят взять. И они должны готовить, то, с чего началась наша программа, что есть нехватка квалифицированной рабочей силы. И не совсем работодатели участвуют в процессе формирования заказа университетом на выпуск тех или иных специалистов. То, что действительно ребятам проблематично еще в 8-9 классе сказать, хочу быть плотником или хочу я быть столяром всю жизнь. То есть, да? Вы хотите сказать, не модно. Это не модно. Вот поэтому я говорю, что действительно... это целый комплекс. Получается, мы сейчас... необходимо, чтобы общество опять ценность рабочего класса вот приподняли и говорили, что быть рабочим классом – это модно, быть рабочим классом – это престижно, то есть вы хотите быть сказать, рабочим классом – это большой заработок. Должен формироваться, как сказал губернатор, класс рабочей интеллигенции. Да, начиная с садика, наверное, не в школе. Вы считаете, немножко нужно популяризировать рабочие профессии? Именно рабочие профессии. Определять больше их социальный пакет, ориентировать больше молодежь и трансформировать общую систему образования, начиная со школы, профтехобразования и высшего образования. Дальше выше. Да, получается, отучился он в школе, пошел он в техникум. И не обязательно уходить после 9 класса, боясь ЕГЭ, да? А все-таки за 2 года ребенок взрослеет. Это совершенно другие дети. Безусловно. 9-классник и 11-классник – это разные дети. Почему? Потому что у нас именно учатся 11-классники. И ребята, даже которые пришедшие из армии, у них совершенно другое видение. И для них немаловажны такие слова, что после окончания вас возьмут на работу. Для них это очень важно, что они будут обеспечены, они будут получать заработную плату, при этом они живут у себя дома. Не нужно будет снимать квартиры, не нужно, не знаю, там, залазить в ипотеку. У нас по этому поводу есть сюжет, я предлагаю ознакомиться с ним. Популяризация рабочих профессий в Белгородской области – один из приоритетов. Модернизация системы среднего профессионального образования была начата несколько лет назад. Ее главная цель – подготовка квалифицированных кадров под конкретные нужды реального сектора экономики региона. Механизм – дуальное обучение, когда большую часть студент проводит не на лекциях, а на практике. Первым примером такой системы образования стал Дмитриевский сельскохозяйственный техникум. Перейдя под крыло якорного работодателя компании «Агробелогорье», он был полностью переоснащен технически, изменились и образовательные программы. Теперь техникум готовит только по тем специальностям, которые востребованы на предприятиях холдинга. Например, здесь готовят по специальности мастер животноводства. Для обучения своих будущих сотрудников агрохолдинг оборудовал лабораторию по образу и подобию своих производственных площадок. Но здесь ребята только на начальном этапе знакомятся с современной техникой. А уже с 4-5 недели обучения они отправляются на настоящие животноводческие комплексы, где в реале привыкают ухаживать за животными. Очень понравилось, все настолько
забавно, настолько все интересно. Ну, почему бы не работать, в принципе? И причем гарантированное трудоустройство вообще шикарно. Еще одна отрасль, где кадровый голод равносилен деградации производства – машиностроение. Белгородский машиностроительный техникум всегда был тесно связан с одним из крупнейших машиностроительных предприятий региона – «Энергомашем». Новая система дуального обучения открыла для этого сотрудничество и новые перспективы. У завода всегда был собственный учебный центр. Но если раньше здесь приходилось доучивать и переучивать уже обладателей дипломов об образовании, то теперь необходимые навыки получают пока еще студенты. И в этом есть бесспорный плюс для предприятия. У нас есть производственные мастерские, которые оборудованы новейшим оборудованием по принципу производства. Это новые сварочные аппараты, которые позволяют нам готовить студентов машиностроительного техникума на более высоком уровне. То есть после нашего обучения в наших мастерских, приходя на производственную практику, в производство, они уже являются подготовленными специалистами начального уровня. То есть их не нужно ни переучивать, ни доучивать. И все-таки стать якорным работодателем для профильного техникума может позволить себе сравнительно крупное предприятие. Малый же и средний бизнес страдают от кадрового голода куда сильнее. Зинаида Рамзаева – специалист по HR с многолетним опытом. Сегодня она руководит сетью магазинов цифровой электроники. Считает, что проблема не в нехватке представителей той или иной профессии, а в уровне их подготовки. Несмотря на то, что огромное количество вузов как на территории нашей области, так и на территории России в огромном количестве поставляет на рынок специалистов отраслей юриспруденции, финансовый менеджмент, специалистов в области HR, управленцев всевозможных звеньев, всевозможных квалификаций. Именно эти позиции являются труднозакрываемыми. Большая проблема, это знаем мы по своим предприятиям, все группы компаний, это, собственно, озвучится на кадровых форумах. Большая проблема найти грамотного финансиста, большая проблема найти грамотного универсального юрисконсульта, большая проблема найти управленца, умеющего принимать взвешенные, обоснованные решения, а главное, нести за них ответственность. Большая проблема найти HR, который может вести полный цикл управления человеческих ресурсов самостоятельно, без какой-то особой подсказки и помощи со стороны первых лиц предприятия. В такой ситуации бизнес может надеяться только на себя, то есть не искать готового специалиста, а растить его самостоятельно. В одном сюжете три направления. Первое – это сельхознаправление, второе – машиностроение, и третье – уже бизнес, который торговый, который уже говорит о другом. Михаил Павлович, сейчас самая большая проблема из наших сюжетов, да, трех – это машиностроение. Я хотел бы на что обратить внимание, Валерий Степанович, что мнение большинства руководителей промышленных предприятий о том, что и учебных заведений среднего и специального образования и с учебных заведений высшего образования приходят молодые люди на предприятие, и они абсолютно, будем говорить так, имея хорошие теоретические знания, абсолютно не имеют практических навыков работы. И как рабочего, и как управленца, специалиста. И требуют дополнительного внимания, затрат на их подготовку. Татьяна Николаевна, на мой взгляд, права, что одним из моментов таких вот выхода из данной ситуации среднепрофессионального образования это увязка с профильными якорными работодателями. Безусловно. И у нас хорошее оборудование и на ЗМК находится, и на Соколе хорошее, и на других предприятиях. И машиностроение. Да, и, да, конечно, вот это вот дуальное обучение, я считаю, что это такой прорыв некий и правильно сориентирован, это когда 50% человек теорию изучает, а 50% стоит за станком. Ну, можно и даже и меньше теории. Ну, можно даже и меньше теории. Мы говорим 2-3 сейчас, недели, да, вот прошел того, теорию, да, и пошел дальше. На реальном станком, на реальном производстве. Да. На реальном производстве абсолютно другая культура. А там закрепляется наставник. Чтобы, понимаете, что наши рамки нашей программы ограничены. И мы, конечно, тема очень важная и очень нужная, ее нужно обсуждать. И ее нужно как-то вырабатывать решения какие бы, делать рабочую специальность модной, популярной, говорить о том, что и отрабатывать механизмы, где люди, которые молодые ребята или постарше, пошли бы на производство, работали и знали, что у них есть социальные
пакет, что у них есть возможность планировать будущее и так дальше, и так дальше. Это вопрос. Я вот хотел да, в этом пожалуйста. Ключе как раз сказать о том, что была промышленная конференция в Москве. И, наверное, процентов... Да, под 30... хорошим названием. Да. Живет страна, живет пока страна, работает пока завод. Работают заводы. Значит, когда работают заводы. Значит, и процентов 30 рабочего времени мы как раз посвятили теме кадров. Значит, и работодатели, промышленников было очень много, ну, в основном промышленники были, вот, ну, и чиновники, госслужащие, особенно промышленники высказывались по этой теме, значит, очень обеспокоенно, потому что мы первые чувствуем эту проблему. Надеюсь, что вот в меморандуме, который сформировали после этой конференции, на первом месте буквально будет вот именно этот вопрос, посвященный переобучению, вообще образованию, посвященный, значит, тому, что кадры действительно решают все. И что-то в стране на государственном уровне, и прежде всего на государственном уровне, в этом отношении срочно что-то нужно менять, чтобы мы просто не оказались у разбитого корыта. В заключение нашей передачи, скажите свое мнение, что на данный момент больше всего мешает развитию малого и среднего бизнеса? Я так предлагаю, что кроме вот кадров, которые мы сегодня обсудили, еще не урегулированность вопросов финансовой поддержки и кредитования наших предприятий. Ну, мы со своей стороны насчет кадров гарантируем, что мы будем их готовить и качественно, чтобы не жаловались потом работодатели, да. Ну, то, что действительно высокие ставки по кредитованию, это вот даже столкнулись... То есть тоже кредитование? Конечно, кредитование. Во-первых, не создан механизм финансирования малого бизнеса. Те проценты, которые есть, они просто зашкаливают, окупить их нереально. То есть это не... тот же кредитование? Это раз. Второе, это проблема всех вот этих вот бюрократических моментов, то есть регистрации, потом налогообложение. Административные барьеры, так называемые. Административный барьер, отслеживание всех вот этих вот моментов. Третье, это недостаток информации. Популяризация как раз реального сектора экономики. И чем занимается наша программа? И чем она призвана? Мы стараемся популяризировать малый бизнес, мы стараемся обсудить все проблемы, которые, и стараемся сказать, то, что сейчас наболело, как и вырабатывать те решения, которые должны быть приняты и нами, депутатами областной думы на областном уровне, и городским советом на городской уровне, и какие мы должны вести предложения на федеральном уровне для того, чтобы экономика работала, чтобы, правильное выражение, живет страна, пока работают заводы. Я благодарю вас за участие в передаче, за очень интересную, плодотворную дискуссию. Надеюсь, что зрителям с нами было интересно. Я благодарю всех зрителей за то, что они с нами, и за то, что они с нами общаются не только смотря нашу передачу, а выходят на сайт Мира Белогорья, дают свои предложения, обсуждают с нами вопросы. И видение, самое главное, мы у вас узнаем, проблем и ваши пожелания, чтобы каких передачах мы должны обсудить. Следующая наша передача будет обозначена на тему сетей розничной торговли. Проблема это для нас с вами или это благо? Мы обсудим в следующей нашей передаче. Спасибо, здоровья всем, удачи, благополучия и мирного неба над головой.